Давай о жизни поболтаем. Давай, поговори со мной. Друг друга мы совсем не знаем. Мне сердце здесь свое открой. Мы можем вместе помолчать. Мы можем все сказать глазами. Ты виртуальный. Как же быть? Такая бездна между нами. А я коснуться рук хочу, услышать голос, смех, ворчание, узнать, удачно ли шучу. Вдруг ты назначишь мне свидание. Давай за жизнь поговорим, ведь нам же есть о чем сказать. Общение миг неповторим, не повернешь бег жизни вспять. Молчишь. Жаль, жаль. Ты заходи. Я буду ждать здесь, у окна. Ты заходи, поговорим. Ты видишь? Я совсем одна. Постой, забыла я спросить. Ты рвал черемуху весною? Как пахнет? Нравится тебе? Что запах делает с тобой? А знаешь, что когда цветет черемуха в начале мая, то холодает. Почему? Отгадка здесь совсем простая. Тепло весны, любви, сердец она в цветы свои вложила. И запах нежности всем-всем в начале мая подарила. А ты молчишь. Быть может, мне и про сирень спросить? Не надо. Ты заходи. Ты не молчи. Не разговор с тобой, награда.